Нет, этим заниматься надо, я не хочу. Это можно сделать, но этим заниматься, знаешь, как надо. Вот и займись один ролик, а то у тебя только один Counter-Strike, и ты из этого ничего не сделал. А нахера ты все Ну, это легче снимаешь? сделать. Из Counter-Strike легче сделать. Там можно этот, как его, камеру вот эту, ну, Ну, повторы. а в итоге ты это для кого все снимаешь-то? Ну и сделай нарезку-то все равно. Чтоб у тебя на канале хоть какое-то тоже разнообразие было. А то в игру в эту играешь, а ничего не показываешь. Нет, Займись. потому что, ну, не знаю. Рыбалку вот ходил, снял бы, блин, выложил бы. У меня же не рыбацкий какой-то Да контент. какая разница? У тебя вообще контента как такового нету. Ты просто делай вот всякую смесь. Игровой контент. Сделай смесь, как я, типа, людям может. Кому-то это понравится, рыбалка, кому-то игра, блин. Ну и как бы будешь искать золотую жилу, середину. А то чё смысл-то? У тебя подписчиков не растет ни хера, ролик выходит раз в месяц, блин. Ну, такое себе тоже. Но я же не собираюсь там тысячу делать подписчиков себе прям ютубом заниматься. Я просто это делаю, ну, типа, чтобы хоть как-то этот продвигать. Я ракетницу нашел. Чтобы он не просто в какой-то жопе был. Надо будет вызвать. Мне нужна снайперка какая-нибудь. Боже, Олег. Чего, Олег-то? Это ты дверь закрыл. У меня нет такой моды Да перед ты. рожей дверь закрывать. Рабин! Где карабин? Вот ты сейчас на нем находишься, нет? Это калаш. Нет, это калаш. О! Грёбаный. Знаешь, с чем я СКС перепутал? Сайгой. Понятно. Чё, побегай с Сайгой. Чё страшного не случится? Я могу с ней тебя убить. Не рискни. Чё, жалобы кинь? А, дроп летит, погнали. А ты третий шлем не будешь брать? Ну ладно, в дропе возьмешь, в принципе. Да нафиг. Так он мне нужен, дроп. У меня-то уже третий броник и третий На шлем. 215 скину, Олег, быстрей, 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 быстрей. Иду, иду, иду. А мне свой еще надо. А, я свой вызвать не могу, у меня не горит. Блядь. На бхане где-то там. Прикинь, я свой вызвать не могу. Кто-то уже вызвал, что ли, опередили? Походу. А у нас тачки нету. Я пешком бегу. Найдем пешком. Какие-то черти стоят, лутают его боты какие-нибудь и все. Боты не лутают дропы. Ну да, они не могут ездить, лутаться. Тут энергетика в 5 штук, нахуй, синих в одном месте. Вот это, блядь, картина. Как грибы. Ага. Надо такое выложить на канал, будет прикольно. Собираю грибы в пабге. Да-да-да-да. Уже 6 штук нашел, блядь. Нашел 20 пабг. Нашел это 6 белых грибов в одном месте в пабге. Синих грибов, точнее. Синих, да. Где он? Я уже даже не вижу его на. А, вижу я его. Да? Да. Ну иди лутай. Коли видел. Пойду. Броня. Лутай, чё мы, один дроп двоем, что ли? Да ко мне не нужна ни третья броня, ни третий шлем, это все лишнее, как бы. Поставь метку. Вот я прям на нем сижу, алло. Зачем тебе метка? Тут пулемет, короче, третий броник, третий шлем, все, бери. Больше тут ничего ценного не было. Я могу сейчас еще рядом с ним вызвать свой дроп, кстати, пока ты бежишь. Ты прицелился? В небо? Мне снайперка нужна.
Надеюсь. Чтоб у тебя кругляшочек загорелся. Надеюсь, АВМ X4, а то у меня только X2 и снайперки нет ни хера. Сраные вонючки. Сраные вонючки. О, КЮБУ. Ой, вижу. Дроп. Он что куда-то скинул? Я давай свой лутай, а я побегу за этим. Давай. Лутай свой, я побегу за этим. Хорошо. Там этот на метке ботинок не добил его. Так, чё тут? X4. Гроза, блядь. Я не буду брать. А, у меня... Чё? У меня тачка. У тебя чё? Снайперка есть? У меня на люди. Вот они прям... Тут дропики было у нас. Аук. А, не трук, бери аук. Ты берешь аук? Да, я взял. Еще кто-то с дробанцом. А что там в том дропе было? Гроза. О, ты что не сказал? Я сказал, ты прослушал. Я сразу тебе сказал, а, гроза. Да. Я пошел заберу тогда. Давай. Аптеки заберу, пойду схаваю. Мне зеленые патроны нужны очень. Надеюсь, тут везде в тропах есть что. Там куча. Ой, блин, мне бы знать. Я тут у них заберу. 4x надо у них взять. А вот 4. Забираем. Это...
на тебе обойму. Чё у тебя там, блядь, телефон что ли звонил? Чё у тебя за гудит? Да ничего не гудит, потому что у тебя гудит. Да ты охренел что ли? У тебя прямо гудело. Когда вот телефон подносишь звонящий к телевизору, то ты звуки такие издают. Блядь. Я аж чуть не охренел. Как будто у тебя там смс-ки приходили, или кто-то тебе звонил рядом с микрофоном. Ты чё моего лежачего добил, охренел что? Я обосрался, он тут лежит такой. Я чё-то прячканул немного. Я стою там, буст не знаю, потом поворачиваюсь, и он такой лежит в третьем шлеме. Это был мой 8-й. А, вижу. На метке бежит. Ботинок. С упреждения надо брать. Хрен пристреляешься. Так вот, два века живи, два века учись, и все равно, блядь, стрелять каждый раз по-разному приходится. Вот вам и финалочка, блин. Эй, ты, белая овечка, что, где бьет твое сердечко? Где живы вонючие, потные пятки индейцев? Вов. О, ты что? Ты там заблудился, что ли? В смысле заблудился? Все со мной нормально. Ты что, сдох? Ты что, зону-то не крутишь, как я? Ты там отвлекаешься, что ли, на что, я не пойму? Да. Стул открутился, я упал с него. Я на него качался, сидел, там что-то открутилось, я с него упал. Так. Еще сколько? 3 человека? Один нокнулся. Ну как, пока ты стул крутил... Все, было... ластовый челик на тачке. Пока ты стул крутил, было это... 4. Ну, видать, всех переубивали. Зона. Боты, наверное, одни остались в финале. Нет, передо мной машина гудела. А, ну, значит. Я не знаю, человек это или... А, кто-то на машине, может, кого-то позбивал, херня. Только что было 4 человека, остался один. Кто-то 3 убил. А, вижу его. А, так это бот, господи. Где он? Да вон передо мной, сейчас я его... Дай мне. Нет, дай, ну пожалуй. Ну у меня 10-й. Это крыса! У меня 10-й фраг, чтобы на канал залить. Ну, чё, 9 не солить.